4К видит нас человек. Вот, снимает Леха. Будете в видосе у Лехи. Так. Нормально, качество, все четко. Спасибо. Завтра дома я подзабыл. Завтра тоже 16 работаю. Завтра Пасха. Написали, что кружка с секретом, если горячее налить, я там голый буду. Вот это воображение! Написал. Всем привет. Сейчас будем доставать мотик. После покату. Мне нужно его помыть. Сейчас покажу, какой мод грязный. Вообще трэш. Не знаю, хватит тут места его выкатить, не хватит. Сейчас буду пробовать. Сейчас пойдем его отвяжем для начала. Ну, отвязал. Сейчас буду его пытаться выкатить.
Ну вот, мопед выкатил. Вот это грязище. Короче, грязем меры нет. Ну все, сейчас будем пытаться его немножко помыть.
сейчас на пение будете, что-нибудь будем ставить хвост на свой мопед. Я его снимал, я его уже укоротил, потому что он был где-то вот такой вот, как павлиный хвост. Вот, сделал. Буду ставить чего хвост, потому что всю спину закидывает грязь. Ну, это хоть немножко будет отсекать эту грязь. А то едешь до самой макушки грязной, как не весь что. В общем, вот так вот. Будем отбирать сейчас. Разбирать, в принципе, недолго, несложно, но муторно. Вот так, вот такие дела. На своем мопедосике. Ну вот, установил на свой мопед хвост. Вот так его пообрезал. Потому что он был где-то вот до сюда. Вот так вот. Вот, теперь ништяк. У меня теперь зато и стопы есть, повороты есть. И так сильно не будет грязь на спину лететь. Такой вот ништячок. Помните с последнего видоса? Да? И я о том же. Или два, или один. Ой, жесть. Вот, мыл. Все равно он грязный. Я вообще просто замучился его отмывать. После всех этих продубасов. Но, тем не менее, скажу, что покатуха стоит того, чтобы мод потом мыть очень-очень долго. Потому что чернозем, он вообще очень-очень сложно отмывается. Забивается настолько всюду и везде. И то он на двигателе, он грязь все. Ну, что делать? А то не покатушки классненькие. Ну, сейчас попробуем мод запустить. Откроем краник ему. Немножко наполнится. Включим зажигание. Вот с последнего пробега. 25,7 километров. Откроем обогатитель. И кнопочку нажмем. Задний поворотничек моргает вообще четко. Также впереди стоп работает. Также габарит. Поворотники яркие. Дальние, ближние. Ага, самая прикольная фара диодная, а габарит обычный накаливание. Все, мопед готов к следующему бою. Спину не будет так закидывать. А то грязь прям летела прямо вот до сюда. Ну, естественно, меня всего.
Ништяк.